Отсутствие ответственности за результат сыграло с амкаровцами плохую шутку. Пермяки играли, не сказать, что безвольно, но как-то без азарта. Они уже обеспечили себе место в премьер-лиге на следующий сезон. И все же пермские болельщики хотели бы видеть лучшее окончание чемпионата. Сейчас гробовая тишина стояла в раздевалке. Они понимают отчетливо, что перед зрителями, ну, мягко говоря, сплоховали. Хозяева лишь в самом начале встречи обозначили свое преимущество и создали несколько опасных моментов у ворот гостей. Но до забитых мячей дело так и не дошло, а безобидный навес в штрафную Амкару во втором тайме обернулся голом. Не успели краснодарцы как следует порадоваться нежданному счастью, как получили ответный мяч из Сиракова. И все же под занавес матча Игорь Киселев поставил победную точку. Но этого не хватило Кубани для того, чтобы остаться в премьер-лиге российского футбола. Сергей Лекомцев, Андрей Евсин, Александр Нуралиев. Пермь специально для программы «Футбол России».